В хаяле джала стоит последним. Да, по композиции. По композиции, да. А здесь вот здесь в друкпаде джала идет после джор, и это на самом деле перекликается с южноиндийской музыкой карнатики. Вот, да, мне просто что и напомнило, что так же, как они по конструкции карнатики, да, получается сначала вот там вступление, разгон, да, переходит все на ударные. Они абсолютно по конструкции. Да, то есть как вот в карнатике. Да. А строение само, оно как вот в Хиндустане, само собой. То есть получается слияние, да, и карнатики, и Хиндустане. Я бы не сказала, что это то слияние. Скорее всего, даже как бы из него произошло. Они существовали, да, как сказать. Ну, более древний друкпад, получается, да, более древний. А хаял уже появился позже, там уже, да, много вариаций. Это как бы. На самом деле это изменение, то, что они, допустим, если это вокальная музыка, то они начинают очень маленькие алавы, потом они поют очень длинный виламби, потом только начинается друз там с металлом или другим талом. А вообще конструкция такая, алав, джор, джала и потом только вандиш. Это вот исторически сложившееся. Ну да. Это уже без изменений. Да, да, да. То есть, а тут получается бандиш, а потом джала. Обычно мы привыкли к Хиндустане. Ну, есть еще в друкпаде вообще бандиши, они в основном всегда вот такие медленные. Есть еще композиции на 10 бит, они побыстрее. 10 бит называется сульфакта, если кто знает. А что у вас инструмент называется? Это называется эсрадж. Происходит из Бенгалии. В Индии есть такой район, называется Бенгалия. Вот тоже появился где-то в 16 веке в Бенгалии. На нем игралась классическая музыка. На данный момент это, к сожалению, выбирающий вид инструмента в Индии. Не только по миру, но и в Индии тоже. На нем практически классическую музыку не играют. На нем играют. Есть такие песни Рабиндраната Тагора, вот они очень популярны в Бенгалии, и эсрадж в основном используется, чтобы аккомпанировать исполнителя. И все. Классическая музыка уже. То есть эсрадж больше все-таки вот на юге Индии используется, чем на севере. Бенгалии. Это запад, я запад. Что это запад. На юге вообще даже никто не знает, что, да, это такое. Они все меня спрашивали, что это. Я выступала в Чинае, они меня все спрашивают, что это за чудесный инструмент. Они никогда не слышали, они слышали только саранги. Mm-hmm. Или вот они используют скрипку всегда. Mm-hmm. А сами саранги, они тоже более южные действия? Саранги? Саранги? Да. Нет, саранги это северный инструмент. А сейчас даже практически нету сольных концертов саранги. Я вот видела только один, это выступал Мурад Алика. В основном сейчас саранги только подыгрывают вокалисту везде. Или подыгрывают табласову. Все. Практически сольных выступлений тоже нет. То есть смычковые инструменты в Индии как умирающий вид. Не знаю, как соло. Почему так произошло? Казалось бы, их инструменты скромные, так скрипки. Почему Востоку, да, везде смычковые популярные? Вы имеете в виду скрипка? Ну, вот монгольская. Это национальные инструменты, можно сказать. Национальные инструменты, там еще много смычковых. Там в Раджастане, как это называется, эктара, там одна вообще струна. Вот как-то ее так держит и играет смычком, но струна вообще всего одна. Да, звук хороший. Интересно, да, но классическую музыку не сыграешь. Только там у них какие-то, как сказать так, фолк. Народная музыка они играют. То есть классика сейчас вам все-таки уже не части, да? Нет. Казалось бы, у нас же тоже есть разные направления, есть классика, она всегда классика. Да. Ну, там коммерческая музыка, она все вот там. Почему? Допустим, если какой-то коммерческий артист выступает, там просто тысячи народу. А если классический артист, ну, примерно как у нас. Сотня, две тысячи, это только Бангладеше стадион. Вот я была, я правда там не выступала, естественно, потому что там выступали только великие маэстро индийской классической музыки. В Бангладеше был фестиваль за 4 дня, там 4 дня и ночи все подряд, вообще безостановочно. Все звезды индийской классической музыки выступали.
За 4 дня 100 тысяч человек посетили. И одновременно это было на стадионе. Одновременно 13 тысяч находилось. Слушай, это вообще самое, что... И атмосфера там такая, что такое ощущение, что вообще в космос уже. Верно, а вот... Приходит ли замена старым мастерам? Потому что мне кажется, что старые мастера уходят, а замены-то практически нету, потому что та молодежь, она не всегда оправдывает надежды, не всегда она перенимает все то, что дают мастера. Я даже слушала очень знаменитых артистов и даже с ними общалась. Вот, например, есть такой ситарист, его зовут Бенджа Таджин. На данный момент он один из лучших из молодежи. Вот как он играет, и как бы не то, что уровень его skills, как это сказать, навыков, то есть его быстрота, там, его, как он там быстро играет джава, какие у него руки, глубина и постижение раги, это как бы все можно услышать. Но он говорит, меня джаз интересует. Ну я да, хочу джаз уходит, да, в современную музыку. И пытается вот фьюжены различные совмещать классику с современными инструментами. Дело даже не в фьюженах, а в том, что все пытаются быть быстрее всех. Быстрее, да, мощнее, громче. Ну, на своих так будет. Да. То есть, то, что опять касается Алапа, да, они туда вот пихают столько всяких разных вычурных украшений, которые, в общем-то, теряют смысл. Ну, стремясь, опять же, за внешним украшательством, без действительно глубокого понимания содержания того, что они играют. Поэтому, как бы, такая общая проблема вот нового поколения в индийской музыке. Я знаменитых артистов не могу даже припомнить, кто действительно оправдал мои ожидания, кого я пришла послушать. Например, вот такой знаменитый ситарист, как Ниладри Кумар, он вот прославился для рекламы, музыку писал, для рекламы чая. Вот на каждом концерте, когда он играет классическую рагу, то есть классические раги, его просят сыграть вот эту композицию, которую он написал для рекламы чая. Причем там из зала, не ладри. Ну, это вот уровень слушателей. Уровень слушателей тоже. Нет, есть хороший уровень слушателей, вот, например, в Южной Индии, они слушают все на самом деле. Они слушают и карнатик, они все понимают, они понимают раги. И Индустане, они слушают даже друпад, хотя это наиболее редкая музыка, на самом деле, в Индии на данный момент. Наиболее, скажем так, низкооплачиваемая тоже. Вот. И там уровень слушателей, на самом деле, мне было стыдно перед ними выступать. Потому что я понимала, что они абсолютно понимают все, что я делаю. Люди в зале просто. А в Северной Индии уровень слушателей, скажем так, падает. И посещаемость концертов тоже падает. Я думаю, что это временное явление, потому что классика — это классика. А про Гундеш Браза, да, вот они до сих пор выступают, у них свой коллектив, вот, или вот уже все. Я помню, да, там лет 15-20 назад вот они популярны. Они же нашли. Они выступают, причем у них очень длительные туры по всему миру, по 3-4 месяца они ездят, отсутствуют, мы как бы сидим и ждем. И они очень много выступают. То есть до сих пор идет такая активная концертная деятельность? Очень активная концертная. Что они известны во всем мире. Да, они известны, во-первых, во всем мире, потому что я хочу сказать, что друпад, по сравнению с Хаялом на Западе, он, можно сказать, даже более известен. Очень много мастер-классов они дают, потому что люди интересуются погружением в музыку. Не просто послушать, как там ситар там, закинулся, не просто послушать, они интересуют погрузиться в это. И друпад, поскольку это как йога звука, они проводят очень много мастер-классов. И считается, что эта музыка обладает свойством там излечения различных болезней, влияет на сознание человека, погружается в медитацию. Я могу сказать, что уровень посещаемости концертов друпада, конечно, ниже, и фестивалей друпада, но традиции, по крайней мере, сохраняются. По сравнению с Хаялом, традиции сохраняются, потому что Бахаудин Дагар, вот насчет вот, молодых, он не хуже своего отца будет, это 100%. Он уже, когда он играет, это
что-то такое запредельное. Он достаточно молодой, где-то 40 с чем-то лет. Вот. По крайней мере, группа там ведет свои пятницы, и это мне очень нравится. А вы кого учились? В Гунде Чабрадос. Я учусь. Я последние 3 года там живу и, собственно, продолжаю жить дальше. Подробнее про йогу звука, вот то, что как она, как в храмовой, я честно говоря, не представляю, вот эту музыку сейчас слушал, как в храме она звучала. Можно как-то объяснить как бы цель этой музыки в храме, допустим? Раз. Второе, как, допустим, целительство. То есть это какие-то больные приходили там, или через. Или это просто как бы общее целительство было, слушатели там, допустим? Ну скажем так, в Индии все исцеляется богами. Понятно, что. Это все глубоко завязано на индуистских богах, на ритуалах. И Друпад, он изначально существовал для служения богам. То есть все тексты, которые написаны в Друпаде, они посвящаются богам. Они упоминают богов, они там восхваляют и так далее. И, ну, все остальные техники, они на самом деле приложились. Техники, как алаф, как джон, как даже бакалаш, это, например, вот табла, мы сегодня слушали табла, но в Друпаде используют такой инструмент, как бакалаш, наверное, знаете, это считается, что это голос Шивы. То есть там, когда играют на бакалаш, звук в храме, допустим, звук разносится такой, что там действительно чувствуешь, что это Шива идет. Вот. И поскольку вся культура в Индии, там, исцеление, даже аюрведа, она завязана на индуистских богах, то, соответственно, музыка, которая посвящается богам, она имеет определенные свойства. Если она идет от сердца, если она идет не для слушателей, не для зарабатывания денег или еще чего-то, если она действительно, ты посвящаешь себя, то это считается, что ты исцеляешь свою душу, и люди, которые слушают, они тоже исцеляют свою душу. Это в общих чертах. На самом деле Друпад — это очень глубокая музыка, только по той простой причине, что у нее 22 ноты, а не 7, как мы привыкли. Просто требуется какое-то время, чтобы начать их слышать. И, допустим, в индийской музыке есть система сари-гама-пада-ниса, правильно? В Друпаде мы тоже это используем, но дело в том, что для каждой раги у нас свои сарегамы паданиса. Абсолютно как бы свой ряд. И только со временем начинаешь это понимать и осознавать. И считается, что, как это сказать, на определенных нотах, если они правильные, ты можешь воздействовать на разные точки организма. Вот он Груджи, Рамакан Груджи, это младший из Гунде Чабрадос, он демонстрирует это, например, когда он поет, он может каким-то образом достигнуть того эффекта, что голос слышится из любой точки комнаты. Как он это делает, не понятно. Есть определенные техники, но он это делает настолько спонтанно, что он может. Вот он поет, и звук идет отсюда, отсюда, отсюда. То есть, естественно, музыка на таком уровне, она, естественно, имеет определенное влияние на человека, на сознание, на его тело. Потому что он даже может помещать звук, идущий из его тела, в любую точку. Ты сидишь и слышишь, вот реально звук идет отсюда. Или откуда-то отсюда. Это, конечно, не изучено, как это все воздействует. Как это, наверное, связано с частотой волн просто? Да, с частотой волн, как приемники в В Индии глубоко в это в науку не погружаются, конечно. У них нет объяснений. У них мало объяснений для вообще. Они все учат практически. Ты начинаешь только чувствовать сам как-то, понимать, слышать. А объяснений, даже если спрашивать, особо не дождешься. Спасибо большое, друзья. Расставаться не хочется. Так, спасибо вам огромное.